Гоняла, гоняла, без толку, все равно прилетели синички. Им надо на ночь насыпать, они утром рано просыпаются, раньше вот этих облоедов. И потом, когда темнеть начинает, надо насыпать, потому что эти уже спят. Ну чё, синички бы ели 3 дня, вот эту горку, а эти сожрали за 2 минуты. Он тут хитрый залез. Эти живут на помойке, где попало, синички на помойке нет, там только воробушки. Они же это, ну, пугливые синички. Дрались сейчас, хотела показать вам, не успела, они уже все съели. Муж жрет. Зуб набивает. Посмотрите, уже какой зуб висит. Там много было насыпано. Прям миска тут и тут напополам. Где-то вот столько в миске вот сюда и столько же вон туда было. Смотрите, зуб какой набил уже. На 3 дня ему в зубе. О, аж висит зуб. А здесь 2 секунды сожрали. А тут, видите, там один, остальным неудобно туда залазить. Я придумала как. О, а я сидела сейчас, смотрела, думала, как из бутылки сделать. Я, о, вот хорошо, этот голубь, спасибо, ты мне подсказал. Я просто накрою сверху вот эту вот подставку для цветов. И все, синички сбоку зацепятся, а эти, они не зацепятся. Они не такие, устойчивости у них нет такой, чтобы зацепиться сбоку. Точно я сейчас так и сделаю. Сверху накрою, а с одной стороны или с двух оставлю дырочки. И пусть синички едят. А эти аглоеды. Там, кстати, тоже так же можно сделать. Надо только продумать, чем накрыть. И фанерку или картонку надо скотчем заделывать. Надо снимать, делать в квартире, потому что там я замурзну. Буржуйская морда какая. И какие красивые, вот эти прям одинаковые какие-то, родственники, наверное. С одного помета, посмотрите, вот точно с одного помета. Прям вообще. Остается мне что-то с голубятиной, голуби. Что-то какие-то красивые. Окрас какой-то определенный у них. Вон, видите, еще... На той стороне нет таких голубей. Это вот только на это. Я только сейчас заметила. О, набил. Посмотрите, около шеи вот грудная грудь. Между головой и грудью. Какое у него толстое. Это там все вот это вот 3 горсти. Моих горсти семечек он набил. Сюда, сюда ел. Уже боятся меня, потому что я гоняю. Разгильдяй.